Привет! В студии Анна Трояна. А значит, пора узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В эфире Телегид. Зимушка-зима настала, друзья! Телеканал ЛРТ уже готов согреть вас премьерой телепроекта и теплыми кинокартинами. Подробности ловите прямо сейчас. От вашей самооценки не осталось и следа? Герои премьерного шоу нашли выход из этой ситуации. Они обратились за помощью в шоу о моде и стиле. Присяжные красоты – это 9 самых строгих присяжных и одна неподражаемая ведущая. Они говорят модным подсудимым всю правду. После шоковой терапии даже самые безразличные ко всему женщины поймут – пора что-то менять. И они поменяются. Героинь вдохновят на большие перемены к лучшему. Смотрим, что из этого выйдет по будням в 16:30. Я так понимаю, что ваш муж все-таки вас стесняется, да, на сегодняшний день? Он не хочет вас брать на какие-то свои встречи, там, погулять вместе, да, не берет вас? И в основном, если выходные, то где-то с друзьями. А если даже идем на прогулку вместе, да, с детьми там, то он в сторонку: ты что на себя одел? Я говорю, ну, как всегда. Нет, я, говорит, с колхозницей не пойду. Визитной карточкой нашего телеканала уже не первый год является программа «Открытый диалог». Гости в студии – специалисты различных сфер, представители местной власти и общественных организаций, деятели культуры и известные спортсмены. Задавайте ваши вопросы и получайте на них ответы в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 13:30. Вот появились миниатюрные видеокамеры, да? Вы же помните, какие на голубом огоньке были камеры, да? Вот эти огромные гиперболоиды такие. Сейчас появились камеры, там, причем высокого качества, там 4К, например, камеры, которые вот такого размера. 120 грамм. Их можно держать в руке всю операцию. И на огромном мониторе, там 50-55 дюймов, вот сейчас, как у нас в больнице в Люберцах, да, вот примерно на таком, как за вами висит, можно видеть увеличенное прекрасного качества изображение брюшной полости. То есть у вас свое медицинское телевидение, скажем так. Друзья, вы готовы к свадьбе с приданным? Картина с полувековой историей и таким классным сюжетом увидим в четверг. Два бригадира соседних колхозов влюблены друг в друга. Известная на весь район ударница труда ссорится с возлюбленным из-за его непомерного тщеславия. Казалось бы, разрыв неминуем, но соревнуясь друг с другом, они добиваются такого богатого урожая, что тут уж и до свадьбы недалеко. Как закрутится эта история, увидим 5 декабря в 10 вечера. Федя! Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Тэквондисты, чирлидеры и тэк-регбисты, ремонт подъездов старых и строительство корпусов новых. Налоговые службы выявляют неплательщиков, а дворники осваивают новое спецприложение для смартфонов. Это только часть интересных событий, которые освещает наша еженедельная программа «Итоги недели». Не пропустите! А в субботу вечером нам удастся разглядеть лица в толпе. Этот фильм сложно отнести к какому-то конкретному жанру. Все сплелось в этой сложной и увлекательной картине.
Сюжет ленты строится вокруг резких изменений в жизни главной героини, в роли которой, кстати, Мила Йовович. Потеряв способность узнавать лица, девушка оказалась в мире полном незнакомцев. Жизнь героини рушится на глазах, она не узнает даже любимого мужчину. А где-то рядом кроется убийца. Смотрим подробности 7 декабря в 23:00. Учитесь обращать внимание на отличительные признаки. Родинки, татуировки, походку. На все, что поможет вам опознать человека. Бледный цвет лица и шрам на лбу. Это Мэгги. Поздравляю. А в воскресенье вы познакомитесь с драконами Нью-Йорка, еще одними мечтателями, которые бросили все ради своих грез. Братья-иммигранты отправляются в Америку в поисках лучшей жизни. Им приходится влиться в банду Чайнатауна, где они делают успехи. И все бы хорошо, да один из них влюбляется не в ту девушку, и братья становятся заклятыми врагами. Сбудется ли их мечта и станет ли все на свои места? Узнаем 8 декабря в 20:30. Когда мне было 6... Отец отвел меня далеко в лес и оставил там. Без еды и воды. Первые 2 дня я плакал, не переставая. Потом я начал понимать красоту леса. Каким огромным он был. И как мал был я. На этом у меня все, друзья. А чтобы узнать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Также за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. И еще, наслаждайтесь зимой, ведь она так волшебна. С вами была Анна Троян. Пока-пока.